По хэштегам «Оставайся дома» и «Stay Home Challenge» в социальных сетях 500 000 публикаций. Пользователи со всего мира призывают всех соблюдать режим самоизоляции и показывают, как провести время с пользой и не сойти с ума от скуки. Владимир Винокур сидит дома вместе с семьей, катаются во дворе на санках, лепят снеговика, и это в апреле-то месяце. Хорошо все-таки иметь собственное поместье. Валерия с мужем Иосифом Пригожиным устроили ревизию в рабочем кабинете. Дом убрали уже весь, каждый шкафчик и уголок, теперь перешли во двор. Наводит порядок и певица Жасмин, а после работы в саду организовала с дочкой кукольный спектакль в квартире. Ну, посмотрим, кто кого. На другом конце земного шара Арнольд Шварценеггер все свободное время проводит с любимыми питомцами – осликом, пони и собакой. Учит хвостатых жить дружно и не кусаться. А Энтони Хопкинс занялся эстетическим воспитанием своего кота. Устраивает совместные концерты классической музыки. О том, что нельзя нарушать режим самоизоляции, знают и самые маленькие. Лиза Галкина забаррикадировалась в домике из простыни и не впускает папу. А нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба с сыновьями посреди комнаты соорудили убежище из футбольных ворот и одеяла. Против вируса у них наготове водные пистолеты. И, конечно, мыло. Руки моют все. Мойте руки почаще. Здравствуй, мыло душистое. И полотенце пушистое. Моем руки очень тщательно. А чтобы процесс проходил веселее, можно петь или читать стихи, как это делает 4-летний Ваня из Санкт-Петербурга. В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Из-за коронавируса многим приходится соблюдать дистанцию и держаться подальше, в том числе и от самых близких. Американский диджей Дипло из страха заразить родных уже больше месяца общается со своей семьей через закрытое окно. Чтобы сидеть дома было веселее, музыканты по всему миру запустили свою эстафету. Они сочиняют хиты про коронавирус. Присоединилась и Примадонна. Песни, танцы, юмор и спорт. Пока одни предаются унынию, другие поддерживают друг друга шутками, веселыми розыгрышами и забавными челленджами. Ведь хорошее настроение и сильный иммунитет взаимосвязаны. Татьяна Балыкина и Алексей Староженко. Утро нового дня.